Всем привет, с вами снова Денчик. Сегодня мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Control. В прошлой серии мы прошли все-таки вот эти вот долбанные насосы. Короче, теперь продолжаем. Самое интересное, наверное. Так. На стриме у меня эта игра не работает нормально, поэтому я решил записывать как прохождение. Ну вот, намного лучше будет, хоть лагов не будет жестких. А вот, кстати, на стриме у меня слишком сильно лагает игра, потому что ABS, еще вот эта игра поверх, и я еще стримлю на несколько платформ, и мне кажется, поэтому не справляется стрим. Поэтому будут вот такие вот записи, как вчера, или позавчера вот запись вышла. Вчера я записывал за Саботёр, уже, кстати, на канале есть, можете посмотреть, проходняк. Так, ладно. Что у нас там? Нам надо найти маршал, следовать... В отдел парапсихологии надо зайти. Отдел парапсихологии. Так. Чё у нас тут? Так, исследование, обслуживание, сектор содержания. Блин, а где этот отдел парапсихологии находится, интересно? Найти маршал. Поуп попросила нас задокументировать пение шумов, как она его называет. Вы имеете в виду лично? Лично? С помощью карандаша и бумаги. Эти показатели критичны даже для старейшего дома. Шумы как-то вмешиваются, возбуждая его. Быть может, совпадающие частоты... Ясно. Тут она, мне кажется, нам ничего не скажет. Говорят, что шумы напали на энергоустановку. Это вызывает много вопросов. Они общаются? Как координируются? Чем их привлекло установку? Блин, где этот отдел парапсихологии? Сектор исследования, обслуживания, коридор доступа, сектор содержания. Может, в секторе исследования она? Хрен его знает. Сейчас проверим. Если что, поедем на другой этаж. Ничто нам не мешает воспользоваться еще раз лифтом. Погнали. Так, удача и вероятность.
А, вон оно где, нифига себе. Я доктор Каспер Дарли, глава исследований. Кто-то подумал, что это видео отлично. Что там, враги что ли где-то? А, вон они, летающие засранцы. Где-то там. Ошибись, еще и упал.
Так, что-то мне кажется, надо поменять. Что мне не нравится, мне хватка больше нравится. Почему нехватка? Стрел. Можно, блядь. Лезут и лезут все.
Так, блин. Мне как-то надо дальше пройти. А, на эту кнопку надо нажать. Жить свои в огне сгорят, жухлой души слои, покров тайны снят, он порван измят, и как сладка цепь чувств, как двойственно сил сладка, и я в красок пусть нырнул бы наверняка от сна. Очнусь ли я для рывка в той гонке на века? Мы решений разных ропот, мы шума ласковый шепот. Нашим грезам безымянным, пляшущим в огне и странным, мой темный трепет мрачно творит. Шторма, в свете молний, под звук грома, мой темный трепет грозно поет мелодии. Чиста, тиха, бела, ты с болью всегда жила, но я защищу от света тебя, но как? Дорма, в
хоть мы куклы. Хозяина злого. Взяка прикольная. Любить мы любого, хоть мы куклы. Хозяина злого, но свободны. Любить мы любого. Нашим грязам безыменным. Нашим грязам безыменным. Пляшущим в огне и странным. Мой темный трепет врачно творит. Получается все. А все, мужику еще раз не послушать. Так. Так, сюда сходили. Теперь дальше посмотрим, что там дальше. Дальше заблокированы двери. Что-то мне подсказывает, что туда лучше не ходить. Может, и надо. Как дамаг получу. Да нет, дамаг не получил. Так, сюда мы уже ходили, ладно. Мне же надо как-то проникнуть дальше. Столовка у них, что ли? Анализ черного камня. Еще одна музяка. Интересно, что тут? Я уже тут был. А, я уже тут был. Ничего хорошего.
Так, что в туалете? Ничего нет. Ничего такого нет. Нам путь дальше есть это. А, это туалет путь, ладно. О, модуль на вращение. Кстати. Блин, вот эту же стену никак не пробить, блин. Как ее пробить теперь? Вообще возможно как-то пробить. Ну, разбил я эту хрень еще дальше. О, проход открылся. Нормально. Не сюда. Трындец. Это Маршал, нам нужно... Она в беде. Надо помочь ей. Подлагивает. Карта. Очевидно, мне вот сюда.
Так, подбираем вот эту фигню. Для бюро. Почти вся информация об астральном измерении засекречена. Но мы можем говорить в общих чертах, помня о том, что это потрясающе сложные системы, и упрощение не отдает им должное. Так, белое — ничто. Вездесущая, перевернутая черная пирамида. Совет. Все связано. По сути, привязано к старейшему дому, к директору, к процессу выбора директора, всем предметам силы с точки зрения того, кто их контролирует. Да. Что это? Не, зашибись, эта хрень упала. Ну, камера, точнее, упала. Проекторная. Не могу поверить, что это держали здесь. А, вот. Все, я проник, и что дальше? Yeah.
убил эта херня. Заебись тут загадки. Как эту хрень пройти? А это я назад уже. Странно, этот ролик не воспроявился.
Что бюро делало с этой штуковиной? Ух, я прошел эту хрень. Даже не знаю, что бюро с этой хренью делало. Но это полная жесть. Так, чё мне, куда дальше? Сюда, что ли? Можно сюда? Не, уже сюда нельзя. Может, мне вот сюда? Кто-нибудь ответьте! Нам нужна помощь! Маршал, вы там? Пипец. Мы рядом. Давай поторопимся.
Зашибись тут! На! Капец какой-то творится, а! Тут, блин, посложнее враги будут. Очень много их тут. Полная жесть. Жопа несусветная. Очень много их тут. Да, я это прошел.
точку. Маршал, вы слышите меня? Да, я вас слышу. Кто это? Меня зовут Джесси Фейден. Я иду на помощь. Фейден? Я отправлю за вами лифт. Нужно поговорить. Она все поняла. Че это сейчас на минуту косоглазие было? Еще прикол? Не надоело? Так, мне к лифту надо. Так, сейчас надо поставить. Так. Размещение боеприпасов. А, мне пока нельзя снарядить. Из-за предмета силы. Они просто стоят, будто загипнотизированы. Ну да, кстати, реально. Лаборатория гипноза.
А как это пройти? Золотые враги не восприимчивы к атакам. Вот они, восприимчивы к таким атакам. А вот эти вот враги невосприимчивы. Пипец. Да, ну как это пройти, я не пойму. Псец. Золотые враги не до... это невосприимчивы к атакам. А как их убивать тогда? Используйте захват, чтобы пройти уровень. Как, блин? Как убивать-то?
Блядь, как проходить? Что-то я до сих пор понять не могу. Используйте захват. Захват, захват. Подожди. Врагов с низким уровнем здоровья можно захватывать. Подожди-ка. Я же нажимаю F, какого хера он не захватывается-то? Бля, надо удерживать F, что за херня, я не пойму. Низкий уровень здоровья, ну он у него низкий уровень здоровья, какого хера он? Мне отпор дал, сука. Врагов с низким уровнем здоровья можно захватывать. Вот я нажимаю F, захват. Какого хера он меня... По башке дал сейчас. Нихуя непонятно, блядь. Врагов с низким уровнем здоровья можно захватывать. Я нажимаю F, и нихера не происходит. Дай похуй. Дай похуй. А, бежит дурачок. Сука! Это не так уж просто, блядь! Не так уж просто. Может быть, эти модули. Нет,
поставить. Случайно убил. Золотого врага убить. Все, я их освободил. Все, я теперь могу приручать этих дебилов, которые меня фигачит. Ну, шумов имею в виду. Все, они ушли. А, они теперь просто тупо валяются. У них мозги поджарились, когда я завладела предметом. Ну, походу, да. Походу, у них мозги поджарились. Силы. Вот что-то еще открыл. Материал. Так, мне в лифт надо идти. Так, что, кстати, по способностям? Так, способности у нас есть. Так.
давно не улучшал. Отсюда. Так, нам в лифт надо. Тренч сказал, что его команда знает все тайны бюро, особенно Маршал. Известно ли ей, что случилось с Диланом? Сюда. Маршал ждет в лаборатории удачи. Дальше по коридору. Вот и вы. Я уже начала переживать. Так, поговорим. Поздравляю с назначением, директор Фейден. Я Хелен Маршалл, глава оперативного отдела. Выходит, Захария мертв. И вы нашли его пистолет. Зовите меня Джесси. Тренч просил найти вас. Сказал, что поможете. И он сообщил вам это по прямой связи? Понятно. Дэну, ее эти факты вообще не беспокоят? Ситуация такова. Дарлинг создал РУГ в лаборатории. Без них нам не пережить эту атаку. Мои рейнджеры не в состоянии обезопасить лабораторию в одиночку. Нужно больше огневой мощи. Она хотя бы знает, что тут происходит. И еще она может знать о Дилане. Я помогу вам. Защищу от шумов. Это хороший ответ. Она проверяет меня? Дарлинг установил систему для защиты своей лаборатории. Это поможет вам пройти. Поговорим, когда вы избавитесь от шумов. Рейнджеры, пропустите ее. Нам придется закрыть за вами дверь. Извините, но нельзя оставлять брешь. Охренеть, там сколько их. Вижу, там рейнджер. Мы должны помочь им. Заебись, меня еще убило. Круто.
Легко сказать, разберись с шумами, блин. Ой. В коридоре. Говорят, оно может украсть душу. Не волнуйся. Работает с местной своей женой. Вижу там рейнджеров. Мы должны помочь. Они хилятся здесь. Бля, я на Б хотел нажать. На! Все, начинаю тупить, блин. Я его хотел захватить, блин, никак не получилось. Помешали, блин. Что-нибудь слышно от Сальвадора? По последним данным, он увел отряд в сектор содержания. Причина неизвестна. Кажется, ясно. Вижу там рейнджеров. Мы должны помочь им.
нужна перезарядка. Избавляемся от шумов. Огонь! У этого есть оружие! Да пипец! Контроль, ё-моё. Анализ измененного предмета номер 52AE, сессия 2. Я начну с применения различных стимуляций к предмету. Сначала ток низкого напряжения. Ответа нет. Теперь воздействие теплом от стандартной горелки Бунсена. Ответ. Анализ измененного предмета номер 52AE, сессия 2. Я начну с применения различных стимуляций к предмету. Сначала ток низкого напряжения. Ответа нет.
Теперь воздействие теплом от стандартной горелки Бунзена. Ответа нет. Далее будет применен ряд растворов с разными значениями по шкале pH от 0 до 14. Нет ответа ни на что. Далее я попытаюсь пообщаться. Ты понимаешь меня? Ты понимаешь мои слова? Крякни, если понимаешь мои слова. Ответа нет. Сессия 2 завершена. Для дальнейших исследований потребуется время. Случайно нажал. Так, что у нас тут? Моды заполнены. Понятно. Это путь к лаборатории? Хорошо. Видимо, тебе нравятся эти РУГ. Похоже, что это изобретение Дарлинга. Наверное, как и большинство вещей здесь. Если Маршалл не сможет помочь с Диланом, то обратимся к Дарлингу. Если, конечно, он не погиб или шумы не заразили его. Так, что у нас тут? Кода я не знаю. Ошибись, блин.
Раньше, что ли? О, все, открыл. Фух. Так, нам сюда, нам сюда. Ой, ёкарный бабай. Сюда. Есть мысли, что делать? Ой, ё-моё. Тут вот еще сколько надо. О-о-о. Здрасте снова, директор. Похоже, у нас новая проблема. Нужно запустить РУГ-установку. Я раньше слегка работала с машинами, но мне кажется, здесь задачка посложнее. У Дарлинга была система. Действовать хаотично не его конек. Перфокарты, символы, терминалы. Как они связаны? Посмотрим. Хер там не запустится. Значит, нам нужно найти все перфокарты. Еще одна, блин, лишняя, что ли? А, нет, первую забыл, перфокарту. Может, так попробовать? Нет, так не сработает, мне что-то кажется. Вы уже проверили верхний этаж? Проверил. Нет. Не работает так. Гребаные шарады. Как их решать, я не знаю. Для каждого терминала нужна своя перфокарта. Да, знаю. Так. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. А где пятая? Еще одну не нашел, что ли? Эти изображения на досках могут что-то значить. Может, наверху перфокарты не нашел? Вон оно что. Вот еще перфокарта. Так, значит, раз, два, три. Дальше у нас. Похоже, идет... он работал с чем-то напоминающим эти символы. Четыре.
это вот все зачеркнуто. Но что эти символы значат? Так, потом два. Каков смысл в этих досках? А тут такого знака нет. Этот фигануть. Ай, наобум. Попробуйте разные комбинации. Что-то это должно сработать. Может так. Гребаные шарады. Не зря она последняя, что ей надо в последнюю очередь. Так, это у нас что? Это у нас 5. Минус три. Минус 2. Не работает.
Че, на ютубе что ли идти смотреть, что ли? Какая комбинация, блин, нужна? Капец, блин. Ну, шарады. Четверку. Верно. Походу реально походу придется в ютубе смотреть, я уже не понимаю, как мне что делать. Пиздец, я уже все перепробовал. Ёбаное казино, блять. Я уже сколько, блин, этих испробовал. Комбинации что-то ни хрена не работают. Нет. А может попробовать? Подожди-ка.
Забираем. По рисункам попробовать. Так. Тут у нас что-то нарисовано. Походу реально в Ютубе придется смотреть. Я не могу понять, как мне это пройти. Застопорились, блин. Сейчас будем смотреть на Ютубе, повторять за чувачком, как он там делает. Потому что я не знаю, как это проходить. Вот это в перфокарте. У меня вон они есть. Просто я уже, блин, все эти использовал комбинации. Не работает вообще никак. Ни в какую не работает почему-то. Так, сейчас посмотрим, как он будет делать. Так, все перфокарты собраны, вроде у него. Сейчас посмотрим. Так. Ага, значит, он вот эту херовину вот сюда фигачит, ладно. Ой, блядь. Я уж просто запутался.
Так, значит, это херовина вот сюда. Дальше как? А, нет. Ладно. Чё он там зафигачил? Цифра 5 у нас что будет? Цифра 5. Это тройка. Пятерка. Очевидно, вот эту хреновину вот сюда. Не работает. Так, двойку, значит, вот эту фигню сюда ставим. Да ладно, заработал. Все. Извиняюсь, но мне пришлось Ютубом воспользоваться. Потому что я бы сам бы не догадался. Призма разбита. У прототипов Дарлинга полно проблем. Нужен новый план.
новый план, говоришь? Нам нужны призмы из черного камня, чтобы установка заработала. У Дарлинга есть еще одна лаборатория на обработочной площадке в секторе обслуживания. Вполне возможно, что призмы хранятся там. В секторе обслуживания я была. Найду дорогу. Но сколько времени это займет? Здесь ничего просто так не дается. Надо спросить ее перед уходом. Сначала я хочу кое-что спросить. Что вы знаете о Дилане Фейдене? Я так и знала. На кону жизни людей. И нам нужно запустить установку, чтобы их спасти. Когда это случится, директор Фейден, мы сможем поговорить. Она права. Хоть мне и не хочется этого признавать. Я единственная, кто может помочь. Хорошо. Сперва займусь поиском призм. Дилану придется подождать еще немного. Но не называйте меня директором. Просто Джесси. Вот, вам понадобится эта ключ-карта. Спасибо. Эмили Поуп развернула штаб в секторе управления. Как найду призму, там и встретимся. Верно. Я сразу же отправлюсь туда. Ищите Дарлинга. Его обнаружение может стать ключом к тому, чтобы остановить шумов. Лишь один масштабный Эруга. Теперь он здесь. Скоро мы столкнемся с другим видом резонанса. Враждебным, вирусным, инвазивным резонансом. Потому нужны усилители резонанса Граника. Они обеспечивают защиту, проецируемую Гранником, и не дают нам погибнуть. Мне сюда надо. Очевидно. Сюда, так вы попадете обратно в вестибюль центра исследований. Хули так подлагивает, я не пойму. Так, чё, погнали. А куда погнали-то? Так, мне найти... А, центр обслуживания. Мне центр обслуживания. Случайно на паузу нажал. Так, мне центр обслуживания. Центр обслуживания.
Маршал что-то знает о Дилане. Он здесь? Он в порядке? Ладно, сначала РУГ. Устройства помогут всех спасти, включая Дилана, когда я найду его. Ты сможешь защитить его, как защищаешь меня? Ладно, наверное, там закончим. С вами был Денчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.